Уже началась. Добрый вечер, юные жители Земли. Здравствуйте, ребята. Данила, а разрешите полюбопытствовать, зачем вы взвешивали все эти предметы? Это какой-то научный эксперимент, а? Да вот никак не могу разобраться. В чем? В невесомости. Я по телевизору видел, как космонавты летали по кораблю. Прямо как воздушные шарики. Да, в космосе такое бывает. А у нас? Это ж сколько должна весить вот эта игрушка, чтобы летать как в космосе? Мой маленький Ньютон. Начнем с того, что на нашей планете невесомости быть не может. Сколько бы эти предметы ни весили. Почему? Да потому, что на них действует сила земного притяжения. Это как? А вот так. Планета Земля нас к себе притягивает и не дает улететь в открытый космос. Так что даже самые легкие предметы все равно падают на Землю. И яблоко. И даже вот это легенькое перышко. Оп, видите? Ничего не понимаю. Оно же почти невесомое. Вот именно, что почти. Но в космосе все по-другому. Когда космический корабль выходит на околоземную орбиту, Земля его отпускает, а люди и все предметы сразу теряют вес. Вот почему в космическом корабле все летает и парит. Это и есть невесомость. Здорово, наверное. Вот бы и на Земле была невесомость, хотя бы на пару часиков. Да что уж, хотя бы на пару минуточек. О, на пару минуточек. Это устроить можно. Что, правда? Как? Где? В центре подготовки космонавтов. Еще до полета космонавты должны привыкнуть к состоянию невесомости. Вот для этого на Земле проводят тренировки в специальном аппарате. Ура! Я тоже хочу тренироваться! Какой адрес? О, какой шустрый! Погодите! Дело в том, что тренируют космонавтов только старше 21 года. А вам еще расти и расти. Ой, как жаль! Но зато, пока я маленький, мне можно много мультиков смотреть. А звездочету средних лет можно хоть один мультик на ночь? Конечно, можно, Платон Плутонович. Прямо сейчас посмотрим. Ну, а сейчас, Данила, я загадаю тебе загадку, разгадать которую будет сложнее, чем постичь тайны мироздания. Переутомился, наверное. Ну, да ладно. Загадаю другому ведущему в следующей передаче. Добрых снов вам, мои яркие звездочки. До новых встреч. Цветные сны совсем не спят, чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, надеть пижаму.